Oh, man. So, as to, we're going to sit here, Mr. Putin. I'm going to sit here. I will come around and we can meet here. Могу оттуда, могу с балкона спуститься. We'll meet about here. Descend from the balcony. I like it better from there because it gives you some depth. In fact, there's a bar back there if you'd like. No, further back, further back. Okay. All right, ready? Now pretend like we don't know each other. Pretend we haven't seen each other in months. Okay. And action. Action. Tell him action in Russian. Мы начинаем съемку. Okay. Where's my AD? Come on. Action. He went into another meeting. Oh, there he is. Кофе, сэр. Oh, that's very kind of you. Yeah. Thank you, Mr. President. How have you been? It's been a long time. Sugar. Sugar. Without sugar here. It's been quite a lot of activity the last few months. My country, America, has had an election. Поздравляю вас. I congratulate you on that. Donald Trump won. This is your fourth president, am I right? Your fourth president, Mr. Clinton, Mr. Bush, Mr. Obama, and now the fourth one. Yeah. Yes, that's true. What changes? Что поменялось? Почти ничего. Well, almost nothing. Is that your feeling in between all the four presidents? Ну, жизнь вносит коррективы. Но у нас везде, а в Соединенных Штатах тем более, очень сильна бюрократия. И она, собственно, правит миром. Is there any possibility, hope of change with Mr. Trump? Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище. Wow, that's very Russian. Это очень по-русски. Very Dostoevsky. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. This is not just an attack against me and my campaign. This is an attack against our country. U.S. intelligence believes that the cyber attack on the email of the Democratic National Committee was ordered by the Russian president himself, Vladimir Putin. In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly and tell him to cut it out, and there were going to be some serious consequences if he didn't. The election has been heavily criticized, and the narrative as written by the West has now become that Russia interfered in this election to the benefit of Mr. Trump. Вы знаете, это очень глупое заявление. Конечно, мы симпатизировали господину Трампу, и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы, думали, что они сейчас меня на что-то поймают, я все время спрашивал, а вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами? Ну, мы, конечно, должны сейчас посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами. Он говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом. Разве это плохо? Yes. So why did you bother to hack the election then? Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты. А то, что неустановленные хакеры вскрыли проблемы внутри демократической партии, не думаю, что это серьезным образом повлияло на ход избирательной кампании и на результаты.
Да, эти неустановленные хакеры вскрыли проблемы в демократической партии. Но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. А то, что руководительница там, исполнительного комитета, или как он там называется в Демпартии, подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда. Поэтому хакеры здесь ни при чем. Это внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. Эти люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали. Судя по всему, народ Соединенных Штатов ожидает каких-то серьезных изменений. И это касается вопросов безопасности. Это касается вопросов борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест в стране. Sadly, the American dream is dead. Это касается защиты традиционных ценностей, ведь в известной степени Соединенные Штаты, в значительной степени, такая пуританская страна, в значительной степени, во всяком случае, глубинка Соединенных Штатов. И Трамп, он очень грамотно, его команда очень грамотно выстроили свою избирательную кампанию. Они знали, точно понимали, где их избиратели, в каких именно штатах большее количество выборщиков. Я когда смотрел его предвыборные речи, я тоже думал, ну он перегибает явно по некоторым вопросам. Но оказалось, что он прав. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Build that wall. Build that wall. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть. И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты этих. А вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из своей собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне. Ну и что совсем уж плохо, это, насколько я себе представляю, уходящая команда наложила ему столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного. But you know, even Trump has said the Russians hacked the election. That was a quote. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. Ну, я не понимаю, что только Россия взломала. Значит, я слышал и другие его заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером. И при этом можно так показать трафик, движение всех этих атак, что не поймешь, откуда они происходили. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. And if I don't, do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe that? Well, this all seems to me still historically enormous. I've never seen where the two leading parties, the intelligence agencies, FBI, CIA, NSA, and the political leadership of NATO believe this story that Russia hacked the election. Да, но it's enormous. Мне кажется, что это нечто. Не так. Вы должны были читать открытую часть, во всяком случае. Have you read the 25-page report? Читал. Да. It details Russian cyber attacks against not just the Democratic National Committee, but the White House, the Joint Chiefs of Staff, the State Department, even American companies. Some hacks successful, others thwarted. Значит, одна спецслужба говорит, что это высокая степень возможности вмешательства России. Другая говорит, что не такая высокая вот степень уверенности, а только они делают выводы, исходя из анализа ситуации. Ничего конкретного. Это мне напоминает то, на чем строится неприятие
ну, не знаю, к какому-то этносу, скажем, антисемитизм. Значит, если кто-то чего-то не умеет делать, кто-то в чем-то проявляет неспособность решить проблемы, виноваты всегда евреи у антисемитов за их собственные промашки. У тех людей, которые так настроены к России, у них во всем всегда виновата Россия. And it seems Senator McCain, for example, today or yesterday was proposing a veto, a Senate veto of any lifting of sanctions from Trump in advance. Вы знаете, ну, в Соединенных Штатах много таких, как сенатор, к сожалению. Putin is a killer. There was no moral equivalence between the United States and Putin's Russia. I repeat, there is no moral equivalent between that butcher and thug and KGB colonel and the United States of America, the country that Ronald Reagan used to call a shining city on a hill. На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Да-да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны. Но вы знаете, вот в Древнем Риме был известный Марк Порций, значит, старший, да, который все свои речи заканчивал, с чего бы ни начинал, одним и тем же. Карфаген должен быть разрушен. Carthage must be destroyed. Да. Значит, люди, значит, с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире. И не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое. Она все время тащит их за собой назад. Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость. Мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству. В конце концов, мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало бы это немножко подумать. Нам есть над чем работать. Russia has been accused of enormous treachery now. This is a major charge, and the media repeats it and repeats it, and it seems to have entered into the lexicon in the United States. It's just taken for granted. You can say Russia hacked the election, and that many people say Trump is in the Kremlin's pocket, has a debt to the Kremlin. So you see where this leads to. It makes it a situation impossible, to very difficult for Mr. Trump, if indeed he intends to correct relations, to reset relations. Это, я уже сказал, могу повторить. Наше влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах – это ложь. Делается это сегодня по нескольким причинам. Подорвать легитимность президента Трампа, создать условия, ухудшающие возможности нормализации отношений. Ну и просто создать условия для дополнительные инструменты для внутриполитической борьбы. И российско-американские отношения в этом контексте — это просто инструмент внутриполитической борьбы в США. Many people are frustrated who agree that this hacking charge is fraudulent. Many people agree with Julian Assange, who has a pretty solid record going back to 2006. We can say, we have said repeatedly over the last two months that our source is not the Russian government and it is not state. Вот. А то, что многие в Америке считают, что это чушь, это мы знаем, нас это радует. Потому что есть люди, тем не менее, которые продвигают эту идею, я как уже сказал, как инструмент внутриполитической борьбы в США. И наши опровержения их не остановят. Они только используют наше опровержение для продолжения этой борьбы этими средствами. Мы эти уловки знаем. Well, it seems to me that if you know their tricks, you could make some kind of statement about cyber warfare and give specifics of why this was not possible, why there should have been a trace. Why? I mean, there's many different avenues you can explore. It seems as if Russia doesn't care about defending itself to these accusations. They're letting them fly by and saying business as usual. Но вы правильно сказали, мы достаточно равнодушны к этому относимся, потому что это нас не очень касается. Это внутренняя проблема США. И я еще раз хочу сказать, вот хочу, чтобы меня услышали. Кто бы ни был этими хакерами, они не могли внести никакого существенного вклада в ход избирательной кампании.
А если что-то они вскрыли, так они вскрыли истинные проблемы американской политической жизни. Да, и они ничего не соврали, ничего не придумали. Какая разница, какие это хакеры? Они российского происхождения, азиатского, латиноамериканского, или они, может, из Африки? Well, is there any evidence in cyberspace that Russia can present in its defense? Ну, нет никаких доказательств того, что мы... Вот самая главная защита. Даже вот те отчеты, о которых вы упомянули, и АНБ, отчет ЦРУ, там нет ничего конкретного. Там только намеки и предположения. So right now he's waiting it out. At the same time, you know, Mr. Trump has called on more than one occasion for another massive U.S. military buildup in both nuclear and conventional, which makes no sense to me. I mean, how can America spend more than it's already spending? Соединенные Штаты тратят на оборону больше, чем совокупные траты на оборону всех стран мира вместе взятых. Я думаю, что об этом должны подумать и американские налогоплательщики. Проблема в стране. То же самое система образования, здравоохранения, проблема пенсионного обеспечения, социальной поддержки, долга, наконец, государственного, почти в 20 триллионов долларов. Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство. Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры. Do you have any hopes of a meeting sometime in this coming months with Mr. Trump? Ну, я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это. Партнерами выстраивать свою позицию в отношении ключевых вопросов с военным ведомством, со спецслужбами, с государственным департаментом, в известной степени и с республиканской партией, там, и с демократами должен будет считаться, так или иначе. Поэтому, когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим. Будем But how is he going to work with the intelligence agencies if the intelligence agencies are telling him that Russia hacked the election? It's a dead end. Нет, это не тупик. Это только кадровый вопрос. If Mr. Trump called for, wanted to declassify or see the files on Ukraine, all the files on Syria, and see the origins of these problems. Is there a possibility of that, that he might change some of his thinking? Думаю, что это возможно. I think that is possible. Но, повторяю, он же должен все-таки действовать в определенных рамках. He'll have to work in a certain framework. Мы взрослые люди, с пониманием ко всему относимся. Но я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, то он сформирует свое собственное представление о происходящем процессе. Я тоже надеюсь на то, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне Госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня. И не на прессу, а в конструктивном профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны. When is the next G20 meeting? Летом. I think in summer. По-моему, в июле, что ли. So that theoretically would be the first time they'd ever see each other, if they did. Да, ну, там, да. I gather you've had two phone calls with him? Да, был один телефонный разговор до его инаугурации и после. And I gather some of the talk may have been about terrorism? Мы говорили о борьбе с терроризмом. Мы упомянули проблему Северной Кореи. Мы говорили о ядерном разоружении. Мы упомянули Украину. Right. Right. I understand. Was there U.S. interference in the 2012 election in Russia? И в 2000-м, и в 2012-м всегда были. Но в 2012-м это было особенно агрессивно. Ну, я в детали не буду вдаваться. Ну, например, американские партнеры об этом знают, мы говорили об этом. Я и Керри говорил, и Обаме говорил об этом. Нам трудно себе даже было представить, чтобы дипломатические работники агрессивно
включились в избирательную кампанию внутри России. We have programs both inside Russia and outside Russia to work with those Russian activists who want to work with us to try to strengthen rule of law, to try to strengthen a free press. We have a large number of Russian journalists who've actually fled Russia now, who are working with us and with others in Europe to try to ensure independent Russian language news inside, going back into the country. We also work on LGBT rights and other things inside Russia with those who want to work with us. Ну и собирали у себя там оппозиционные силы, финансировали там, бегали на всякие митинги, ходили оппозиционные и так далее. Но дипломатическая служба должна заниматься другим. Дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные. Неправительственные организации, да, могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд прокладок и структур, тоже то ли из Госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве. И в Восточной Европе, и во многих других странах. И в Африке то же самое происходит. В Латинской Америке. Yes. Was there cyber interference in the 2012 election? Знаете, я, честно говоря, не особенно на это обращаю внимание, потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней. Мне кажется, многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, и в том числе в России. Let's clarify, because cyber warfare is here with us. We started down that road a few years ago. We have entered into a new phase of conflict in which we use a cyber weapon to create physical destruction. In the movie I did, Snowden, there's a scene, and Snowden told me this story. He's in Japan. NSA wanted to impress the Japanese, show them our reach. They were not as thrilled to learn that we wanted them to help us spy on the Japanese population. They said it was against their laws. Of course, we tapped the entire country anyway. And we didn't stop there. Once we owned their communication system, we started going after their physical infrastructure. We'd slip these little sleeper programs into power grids, dams, hospitals, and the idea was if the day came when Japan was no longer an ally, it'd be lights out. And it wasn't just the Japanese. We were planting malware in Mexico, Germany, Brazil, Austria. I mean, China, I can understand, or Russia, or Iran, or Venezuela, okay, but Austria? You're also being ordered to follow most world leaders and heads of industry. You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S. an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third world leader who's not playing ball. And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism. Terrorism is the excuse. This is about economic and social control. And the only thing you're really protecting is the supremacy of your government. У американцев большое хозяйство очень. Well, you see, Americans, должны везде работать. Поэтому 600 миллиардов, которые тратит Пентагон, это еще не все, что идет на оборону и безопасность. If I'm saying that they're planning malware in Japanese infrastructure to destroy power stations, railroads, close the country down, black it out, the Russians are miles ahead of me. They must realize the dangers here, and they must have been working on them for some time. To prevent such a situation from happening to Russia, because that would be the obvious, one of the obvious enemies of the United States. Вы знаете, я вам, вы может, наверное, вы не поверите, но я вам скажу, наверное, странную вещь. Мы с начала 90-х годов исходили из того,
что холодная война закончилась. Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования не было почти до последнего времени. Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные, покупали все подряд. И железо, и программное обеспечение. Значит, и у нас очень много европейского оборудования, американского. Даже в спецслужбах и в Министерстве обороны. Но в последнее время мы, конечно, начали осознавать эту угрозу. И, конечно, задумались на тему о том, как нам обеспечить и технологическую независимость и безопасность. И, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги. Okay. Well, we're talking, I mean, this in real time, we're talking like if Snowden is saying the US is doing this to an ally in 2007, with Japan, 2008. If they're planning malware in allies, do you understand what I'm saying? That what are they doing with their people like China, Russia, Iran, and so forth? I mean, you understand my point is that Russia had to be aware as early as 2007 that the U.S. was planning malware. The United States will not admit it, but it's known that in 2010 we succeeded in planting the Stuxnet virus in Iran. Ну, послушайте, это нам всем хорошо известно. By the fall of 2010, the consensus was that Iran's top-secret uranium enrichment plant in Natanz was the target, and that Stuxnet was a carefully constructed weapon designed to be carried into the plant on a corrupted laptop or thumb drive, then infect the system, disguise its presence, move through the network changing computer code, and subtly alter the speed of the centrifuges without the Iranians ever noticing. Sabotage by software. Were there attacks on Russia as early as 2007, 6, 5? Ну, вы знаете, на это не обращали внимания. Но у нас на наших заводах по производству ядерного оружия прямо на территории сидели американские наблюдатели. Yeah. As late as what year? As late as... А до какого года это было? Ну, не помню, до 2000... шестого там. Но то есть степень доверия и открытости России была просто потрясающей. Yes. Но этого, к сожалению, никто не захотел не заметить, не оценить. I mean, when did Russia build up its cyber capabilities? Ну, в общем, этот процесс шел с самого начала, параллельно со всеми другими. Мы должны были догонять очень многие страны мира. У нас, в принципе, база фундаментальная очень хорошая. У нас хороший образовательный уровень, очень хорошая математическая школа. Некоторые наши компании, сейчас у них уже внешний оборот 7 миллиардов долларов. Они стали реальными конкурентами на рынке программного обеспечения. И железо развивается, так называемые, очень активные. Суперкомпьютеры появляются. I would imagine Russia is having an ongoing battle with the United States, secret battle with cyber warfare. I would imagine the United States is trying to do things to Russia, and Russia was trying to defend itself and do things to the United States. Ну, наверное, когда есть действие, всегда есть противодействие. Maybe when there is an action, there is always a counteraction. Well, he's acting funny about this story. Like he's guilty a bit. You look like a fox who just got out of the hen house. Да, но там кур не было, к сожалению. A few weeks ago on RT, I saw a report. It was not followed up on. It disappeared after a day or two. But in that report, 20-plus countries were reported as being part of a botnet attack on the banking system in Russia, 6 major banks. This seems to be of such a magnitude that this was after the election. It points to a possible U.S. attack on Russia's banking system. Два крупнейших российских розничных банка ВТБ-24 и Альфа-банк сегодня подверглись мощной хакерской атаке. На прошлой неделе также был атакован сайт Центрального банка. Сбербанк, Альфа-банк признал Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Началась она 8 числа, 8 ноября, в общем-то, в канун выборов в США. Нет, он не исчез. Действительно, появилась информация о том, что такая атака готовится. У нас не было стопроцентной уверенности в том, что... Но на всякий случай представители банковского сообщества обратились в СМИ
и проинформировали своих клиентов, население практически, что такие атаки возможны, и они призывают людей не беспокоиться, не нервничать, не обращаться за снятием там своих вкладов. Но мы не утверждаем, что это было со стороны Соединенных Штатов. У нас нет доказательств. It's a gigantic piece of business. I mean, you have Mr. Biden, first of all, says we will attack Russia in the same manner as they attacked us in this election. We're sending a message. We have the capacity to do it, and he'll know it. And it'll be at the time of our choosing and under the circumstances that have the greatest impact. And Mr. Obama seconded that. I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it. This is outrageous conversation, but those are big words from the vice president and then from the president. They're serious people. So something happened before inauguration day. Во-вторых, было сказано, что какое-то время, но времени у действующей тогда администрации уже не оставалось. Ну и, честно говоря, вот я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно, когда они награждали друг друга орденами. Это было очень, очень смешно, честно говоря. Так для меня тогда стало ясно, что им уже не остается времени для принятия каких-то серьезных решений. Well, you're making light of it, but in view of how much money we have invested in cyber warfare and our cyber command, it seems like a serious threat to me. I have the feeling that he's playing it down because something did happen and he doesn't want to reveal it because of sensitive relations. Вы разочарованы тем, что что-то не получилось у американской стороны, или вам жалко денег налогоплательщиков? No, I'm worried that, you know, I believe that cyber warfare can lead to a hot war. I really believe that because of the past, you know, what the Stuxnet virus came very close to creating chaos in the world. I think this is very dangerous, and I think we're playing with fire. Это опасно. That is very dangerous. I know. Well, you're obviously sitting on some information. I understand why you may not want to make it public, but are we going to be able to handle the capabilities of this? It seems to me that what happened in Iran could be as serious in its way as what happened in 1945 at Nagasaki and Hiroshima. It was the beginning of a new age. Ну, я все-таки до того, что было применено в Хиросиме и Нагасаки, это очень трагическая страница в истории человечества. Потому что был выпущен ужасный джин из бутылки. И как считают наши военные специалисты, в применении ядерного оружия, атомного оружия в отношении терпящего поражения Японии не было военного смысла. Но все-таки сравнение, мне кажется, ну, слишком жесткое. Хотя если не договориться о каких-то правилах поведения в этой сфере, здесь я не могу с вами не согласиться, последствия раскручивания таких вот действий, они, конечно, могут быть очень тяжелыми и очень трагическими. Rumors go around, but if all the lights go out in Russia overnight, there'd be a tremendous fear in Russia, as there would be in the United States, and people wouldn't know who did it. Страха среди российских граждан посеять почти невозможно. Значит, это первое. Второе, более уязвимы для таких атак. Более технологически выстроенной экономики. Но в любом случае, это, конечно, очень опасное направление соперничества.
him. И здесь нужны какие-то правила игры. Я, в принципе, не хотел говорить, но вы меня как бы вынуждаете, вытаскиваете из меня эту информацию. Полтора года назад, в 2015 году, осенью 2015, мы сделали предложение нашим американским партнерам проработать эти вопросы и заключить соответствующее соглашение о правилах поведения в этой сфере. Американская сторона промолчала и не ответила нам сначала. Perhaps this is something that Mr. Trump and Mr. Putin can really open up. Ну, конечно, нам нужно выстраивать и новую страницу открыть в российско-американских отношениях. John Reed, the only American buried in the Kremlin, played by Warren Beatty in the wonderful movie Reds. He wrote about the revolution. He was here in 1917, 18. He cared deeply about socialism and founded the American Communist Party. Not that that was evil or anything. It was quite idealistic because it was a workers. The workers had a lot of strikes going on in the U.S. and there was a lot of opposition from the corporations. And he was considered a hero by many, many people. Of course, he was against World War I, as were many pacifists and decent people. And out of World War I came the Russian Revolution, which is an interesting comment on the role of empires. Now we're coming up onto Lenin's tomb. I visited here many years ago, but regulations don't permit us to go in and photograph anything. Now, the interesting issue about Lenin's tomb is the fact that next year is the 100th anniversary of the revolution. So this is a big event, and many people revere him in all the cities of the Soviet Union. He has many, many statues. On the other hand, with the failure of communism in 1991 and the resulting pain to the population, there is also very divided feelings about whether to honor him on the 100th anniversary or not. It's a good time to maybe let him go, because if indeed his karma is in here and he's in a grave, I'd hate to think I'd have to hang around 100 more years and be watched by everybody. I think you should get a moment off, you know, and so that you can go off and ingest new karma. When you go in, it's a very austere experience. They keep it quiet. There's a guard that's always there, or two. You have a little, you're not rushed like in a lot of places, you're rushed around them. They give you time, and you sit, you watch, you listen, you think. It's a very powerful experience. Brezhnev, Felix Dzerzhinsky, Andropov. Yuri Andropov, the most famous villain in history next to Adolf, according to many people, Joseph Stalin. To the people of the revolution and the left, for which communism meant a change, a better change for the workers, he was a disaster in the sense that he left a horrible reputation and stained the ideology forever. It's mixed with blood and terror, but he did play a huge role in World War II and was a very close ally with the U.S. during World War II. Mr. Trotsky, no? Where is he? No Trotsky, right? Stalin managed to erase Trotsky's memory. He ended up being killed in Mexico by Stalin's agents. Let's go. On Stalin, he said that, you know, he's said negative things about Stalin. And of course, he's widely condemned in the world. But at the same time, we all know that he led Russia to victory over Germany, over fascism. And what does he make of that let's say, that ambiguity? Я думаю, что вы очень хитрый человек. Why? We can discuss it tomorrow if you want. Нет. Я готов ответить сейчас. Вы знаете, известный деятель прошлого, Уинстон Черчилль, он был ярым антисоветчиком. Но когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль
был инициатором холодной войны. А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, никто иной, как Уинстон Черчилль, заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но я думаю, что в душе его отношение к Сталину не менялось никогда. Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации, вот в английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Ну и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Чего он сделал? На волне революции пришел к власти и не только восстановил монархию, а объявил себя еще и императором. И привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории больше, чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Вот показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна. Ну и что? Birthmarks. Просто я к чему хочу сказать это? Потому что Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, что-то в сознании чего-то остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников. Поэтому это сложное. Фигура в конце жизни, я думаю, что. And your father and your mother admired him, right? Ну, конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталином. And when did his parents die? Мама в 98-м году, а папа в 99-м. Were they proud of him? Да. Like your mother and father couldn't have believed it, right? Ну, да, это правда. Но отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром. Но даже когда я не был премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил к нему, он все время говорил: вот мой президент едет. My president coming, let's see. Yeah, that's nice. The U.S. Accusations are essentially that you've created a system of centralization, authoritarianism, what they call an oligarchic state capitalism. On the other hand, they were quite pleased, of course, with the 1990s Russia, where the oligarchs thrived, and then before you came in, and then you knocked out or derailed several of them by your own. You told me that story, that you had a meeting in Moscow, and you made the point in this meeting that there was a responsibility to the people and to the state. So the Western elite says that you have put your oligarchs into the power in these last 15 years, whereas these old oligarchs are sitting in places like London. They admit that they've accumulated great wealth, but they say that you led them to the wealth and that you shared in it. That you are, in fact, the single richest person in the world. Not since Rockefeller, Morgan, or Onassis, or you may laugh, I appreciate it, but as a leader of your people, like Chavez or Castro
or many other people who've been accused of corruption, is there some way you could make your personal wealth clearer? Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят. Я помню, когда приехал в Москву из Петербурга, я был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось. Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я никак не мог к этому долгое время привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений, ни в чем. Это что такое олигархия? Это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения. Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть. Я говорил в 2008 году, о том, что в 2008 году многие предприниматели, в том числе частные предприниматели, с которыми я вообще не был никогда раньше знаком, как неожиданно для меня, проявили свои лучшие качества, взяли на свои плечи значительную часть ответственности за состояние своих предприятий, сохранение коллективов и так далее. Рисковали своими капиталами. И надеюсь, что вот в таком качестве, соблюдая действующее законодательство, мы будем дальше развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом. Но сейчас мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача. Она заключается в большой разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов. У нас в 2000 году за чертой бедности проживало около 40 миллионов человек. Это тоже большая цифра, но она сокращена более чем в два раза. Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу. So, there is no bank accounts in Cyprus. Нет, никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, давно предъявили бы. Well, I have to say from personal observation that I would have a hell of a lot more fun if I was rich. Да. Ну, вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Да, вы бы думали сейчас вот в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеете возможность его проявить. Вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нету, с собой не унесешь. If you run again in 2018 and you win, you will be in power another 6 years till 2024. You would have been in power as president and prime minister for 24 years, longer than Roosevelt, less than Castro, who was close to 50 years, and close to Stalin, who was give or take 30 years, Mao 27 years. Does that not scare you? Do you not get used to power? Does it distort your point of view? Do you feel that Russia needs you that badly? Can there not be a healthy competition among successors inside the system? The Chinese one-party system being an example of competition within the party. The successors are checked out for many years as party members in different provinces. У нас тоже тестировались, а Советский Союз развалили.
Вопрос, видимо, не в этой селекции. На вопрос, который вы сформулировали, насчет того, что нуждается Россия или не нуждается, в ком бы то ни было, это решает сама Россия. Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть. И, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными. Но в конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение. Что касается выборов 2018 года, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду. I understand that. I said if. Но здесь не бывает сослагательных на плане. Well, it's not about if. And of course, no matter what, you know, democracy itself, whatever we call it, is flawed. And America's system is hardly perfect. We know that money buys power in America. Certainly, Russia has a flawed system. It is very unlikely that the next election will convince the world that this is a democracy, a functioning democracy, unless international monitors were brought in, as Mr. Chavez did in Venezuela, and it became a really transparent process. Вы думаете, что наша цель заключается в том, что мы должны кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну. That is a dangerous argument, because it works both ways. Those who abuse power always say it's a question of survival. Потому что те, кто злоупотребляет властью, всегда... Мы сейчас не говорим о выживании. И мы ничего не оправдываемся, ни в чем не оправдываемся. Имея в виду все негативное, а вы говорили там о имперском прошлом, о советском прошлом, что было в прошлом. И все позитивное, что было в прошлом. Россия складывалась тысячу лет. Есть свои традиции, есть свои представления о справедливости, есть свои представления об эффективности власти. И вопрос совсем не стоит в том, чтобы кому-то удержать существующую систему власти, либо самому удержаться. Вопрос в обеспечении роста экономики, ее темпов, качестве жизни граждан, повышения обороноспособности в регулярном режиме, а не в условиях каких-то осложнений и кризисов. Mr. Putin, I don't doubt for one moment your love and pride in serving Russia. It is clear that you are a son of Russia to me, and that you've done very well by her. But I think we all know the price of power, and when we're in power too long, no matter what, we feel the people need us, but at the same time, we've changed, and we don't even know it sometimes or recognize it. Это действительно очень опасное состояние. И если человек, находящийся у власти, чувствует, что он вот этот нерв утратил, он должен оставить свое место. It's time for them to go. Okay. So, what time is it? It's time. Thank you, Mr. President. A pleasure. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за ваше время и за ваши вопросы, за въедливость. Так. Вас еще никогда в жизни не били, нет? Бит? Да? Oh, yes. Да. Ну, тогда вам не привыкать, потому что вам достанется. It's not going to be something new, because you're going to suffer for what you're about to do. Oh, sure, yeah. No. I know, but it's worth it. It's worth it if it brings some more peace and consciousness to the world. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Come back. I am worried. We have to go to St. Petersburg. And the best time in St. Petersburg is white nights. Lovely time. All the best. Thank you.
our American partner. This is her favorite word. He's used it 1,000 times. Thank you, Dimitri. Yeah, next time it'll be relaxing. See you. Thank you so much. Good luck with the military tonight. Take some time off after that. Спасибо большое. Thank you. Вы тоже, вам тоже надо выспаться. Давай.